Привет вам, уважаемые дамы и господа. Тут у меня небольшой фигвам в гараже, поэтому немножко я поснимал на объекте. Такой обычный и простой вопрос, как повешать люстру. Люстру мы разберем с вами обычную. То есть обычная, в моем понимании, это люстра, которая крепится на вот такой вот одной длинной планочке. Ну, в видео вы все увидите. Значит, видео я это уже отснял на объекте. Сразу говорю, это видео не для потолочников, то есть, а для обычных людей, чтобы они сами смогли повешать люстру. Площадку мы используем из фанеры, так как она, я считаю, по крайней мере, гораздо крепче, чем пластиковая, и мы постоянно их используем. Она легко выдерживает мой вес, то есть без проблем. Вот, то есть, и сейчас вы посмотрите, как, собственно, повешать эту люстру. Эту люстру можно также было затопить, в принципе, но, во-первых, не стояло такой задачи, то есть, и видео просто как повешать, то есть, это не затапливаемую люстру, не крючковую, то есть, а просто обычную люстру как повешать. Все, давайте смотреть. Для начала находим там, где располагается наша площадка, обводим туда, то место, куда будем клеить кольцо, и идем, собственно, намазывать наше кольцо. Кольцо, значит, подбираем, чтобы оно у нас не выпирало никуда, то есть не наклеите очень большое кольцо, чтобы оно не выглядывало за площадку люстры. Наносим клей секунда по периметру всего кольца. Обязательно следим, точнее, внимательно следим, чтобы клей был по всему периметру без перерывов. Теперь прижимаем кольцо к полотну и держим его несколько секунд. Желательно сразу не вырезать, а чтобы это кольцо все-таки немножко постояло. Ну, можно на минутку его оставить, чтобы клей уже точно схватился. Клей берите секунду, главное, чтобы не поддельный, так все равно какой он марки может быть. Теперь можно вырезать канцелярским ножом середину нашего, в нашем кольце. За этим кольцом уже видно, естественно, площадку, которая у нас из фанеры. И сразу видно провис полотна, так как площадка выставляется в уровень, а полотно все-таки имеет провис. То есть вот этот провис, видите, здесь составляет сантиметра, наверное, 2-2,5. Выпускаем наши провода, которые мы заранее удлинили и закрепили на площадке, чтобы они никуда у нас не убежали. Вот площадка от люстры. Если она имеет такие вот острые края, то их нужно обмотать либо армированным скотчем, либо, если его у вас нет, то берете обычный лейкопластырь. Заматывайте края, чтобы они не повредили полотно. Теперь примеряем площадку, выставляем ее ровно, кто-нибудь смотрит, чтобы она стояла ровно, и отмечаем те места, где у нас будет проходить саморез через полотно. После того, как мы отметили вот эти места карандашом, нужно на это место приклеить либо, опять же, армированный скотч, либо, если у вас его нет, можно взять кусочек этого же полотна и приклеить на суперклей, либо можно использовать лейкопластырь. То есть, что у вас есть в наличии, то и приклеиваем, чтобы в этом месте усилить само полотно. То есть, а потом уже будут проходить саморезы, получается, через наше вот это вот усиление, через полотно и в площадку. Теперь прикручиваем уже саму площадку от люстры. Теперь пришло время повешать саму люстру. Для начала подсоединяем электропитание. Я использую здесь клеммные колодки, можете использовать вага, то есть что хотите, что считаете более надежным или более дешевым вариантом. То есть после того, как мы закрутили клеммную колодку, нужно проверить, действительно ли у нас все держится. Обязательно смотрите, чтобы винт в колодке попадал на, так скажем, на жилу провода, а не на оплетку. Проверяем, держится ли у нас все это дело, а то вдруг где-то не докрутили или плохой винт попался. Теперь прикрепляем саму люстру. Нужно попасть болтами в отверстие и закрутить эти, как сказать, их не шайбочки, декоративные колпачки, вот эти, которые идут в комплекте с люстрой.
Если у вас длинные болты, господа, то используйте гайки. То есть сначала закрутите гайку, чтобы у вас поджать люстру, а потом уже закручивайте декоративные колпачки. Либо можете спилить болты, то есть на ваше усмотрение. Вот, в принципе, и все. Люстру мы установили. Ничего сложного здесь нет. Ну, это, опять же, надо, чтобы у вас была площадка. Потому что есть парни, которые ставят потолки без площадок. То есть у них площадка вот эта от люстры держится просто на одном саморезе, и люстра болтается хоть куда.